обзор номера. Это нам мне диванчик расстелили, так он был собранный. Такой красивый номерок, уютненький, маленький, с большим телевизором. Топульки, холодильничек, а балкон просто бомба. Просто самый космический. Так как у нас номер люкс, у нас даже... Ого, там вообще есть и стол, и стулья. Оказывается, не везде они есть. Вот только есть на... у люксов 7-й, получается, и 8-й этаж. На остальных нет ни столиков, ничего. Вот такой обзор. Красота. Там море. Туда пойдем. Да, все видно. Сейчас покажу вторую комнату. Так, это я сразу попросила себе диванчик расстелить. Так, гардероб. Гардероб. О, вообще, здесь прям гардероб моей мечты. Можно здесь столько... Ох, и вешалочки есть, и топульки. Так, что у нас тут? Главный санузел. О, ванна здесь. Ванна. Пожалуйста. Так, фен. А мы с собой фен взяли. Ну ладно. Ну так, чистенько. По стаканчика. Это вторая комната. Две кровати. Очень чистенько, светло. Также здесь тоже балкон. Также балкончик. Ага. Кира, смотри, тут как отделяется. Вот, тоже здесь стульчик и столик. Все отдельно. Ой, как классно. Мама, супер. Да. Так что вот так. Столик, лампочки, все дела. Сейчас будем разбираться и купаться, потому что очень жарко.